Первый заезд – это трековая программа «2 по 200 метров схода». Гонка проходила по маршруту от улицы Чехова по Мирной до улицы Народная. Всего за победу соревнуются свыше 100 юношей и девушек от 13 до 16 лет и юниоры. Следующий заезд по этому маршруту состоится 30 марта. Это будет 3-километровая гонка преследования. И 31 марта юные спортсмены поборются в гонке с выбыванием на 3 километра. Традиционными лидерами соревнований считаются спортсмены из Белореченского и Апшеронского районов. Удержат ли они лидерство и в этот раз, станет ясно по окончании всех гонок.